По исламскому календарю наступил священный месяц Зульхиджа. И в скором времени мусульмане будут отмечать свой главный праздник – Ид-аль-Адха – Курбан-Байрам. Ежегодно к его наступлению благотворительный фонд «Инсан» проводит акцию «Мясо в каждый бедный дом», в ходе которой всем подопечным фонда раздается часть жертвенного животного. Зульхиджа – один из священных мусульманских месяцев, месяц совершения хаджа и празднования Курбан-Байрама. В эти благословенные дни увеличивается воздаяние за благие поступки, и поэтому мусульмане стремятся побольше совершать их. Как и каждый год, благотворительный фонд «Инсан» дает возможность поучаствовать в благом деле всем желающим совершить жертвоприношение в праздник Курбан-Байрам и отдать мясо нуждающимся людям. Цель этой акции заключается, во-первых, обрадовать наших нуждающихся и подопечных этот праздник, а также помочь всем тем, кто желает провести обряд жертвоприношения должным образом и по нормам ислама. Для участия в акции «Мясо в каждый бедный дом» нужно заполнить специальный купон и оплатить сумму в размере 6500 рублей. Далее фонд берет на себя все обязательства за полноценное совершение обряда жертвоприношения согласно нормам ислама и распределение жертвенного мяса среди нуждающихся семей. В прошлом году мы раздали более 13 тонн среди 934 семей, подопечных, нуждающихся, которые находятся в списках фонда «Инсан» на базу данных. Благодаря программе «Мясо в каждый бедный дом» священный праздник Курбан-Байрам у большого количества нуждающихся семей на столе будет мясо, ведь для некоторых из них этот продукт – большая редкость. Они смогут почувствовать заботу в этот день и с такой же радостью, как и остальные мусульмане, провести этот благословенный праздник. Абдулла Алиф, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.